Роскосмос будет публиковать фото объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кадры сняты со спутника «Метеор-М». Первый материал был посвящен озеру Байкал. Напомню, оно считается самым глубоким на планете. Расстояние до дна – более полутора тысяч метров. Из космоса удалось запечатлеть ангару, братское водохранилище, остров Альхона, а также начало горных хребтов за Байкалием.